Окей, всем привет. Мы сегодня странный выпуск. Мы будем пытаться сделать дерево. Ну, кстати, дерево на коже. Я почитал, какие деревья бывают. Вроде АВЛ такое самое, типа, не совсем тупое, но и нетривиальное. Да? Так что давайте пробуем АВЛ. Не реализовывал раньше. Википедию только картинки посмотрел. Может быть, затуплю где-то, может быть, нет, кто его знает. Но, надеюсь, мы во всех подробностях разберемся. Ну, я как раз открою Википедию. Значит, и... Ну, AVL это что такое, да? Это типа бинарное дерево, отсортированное. То есть смысл вообще всех бинарных деревьев, BST, да, Binary Search Tree называется, в том, что в них элементы отсортированы. Вот у вас есть нода, слева от нее все, кто меньше нее, справа от нее все, кто больше от нее. И смысл этого в том, что вы можете искать элементы быстро в таком дереве. Ну, как если бы у вас был отсортированный массив, вы могли бы искать в нем с помощью бинарного поиска. Да? Вот. И то же самое вы можете делать в бинарном дереве. Да, ну как бы, но вставлять массив сложно, в середину массива, а вставлять дерево типа легко. Вот. И проблема всех этих деревьев в том, что, ну типа, есть общее понятие binary search tree. Сейчас давайте найдем, здесь наверняка это тоже есть, ну короче, оно примерно так же выглядит. Вот, его смысл в том, что, проблема, да, в том, что если вставлять элементы в определенном порядке, например, задом наперед или строго по порядку, оно будет не очень сбалансировано, оно выстрелится в одну такую длинную линию, и это будет не дерево уже, а список линей. Вот, и плюс, как бы, дерево работает лучше всего, когда в нем примерно одинаково элементов слева, справа, там, и во всех под его подузлах, да, это называется сбалансированное дерево. Идеально сбалансированное дерево очень дорого поддерживать и неэффективно, поэтому придумали полуидеальное дерево. Да, это дерево, которое при вставке немножко себя подправляет, и эти исправления, они сделаны так, что типа в сумме оно более-менее со временем остается сбалансированным, то есть оно не переходит в какую-то страшную патологическую ситуацию. Например, да, вот AVL это как раз пример такого дерева. Например, в AVL у нас есть следующее свойство. Для каждой ноды под дерево слева от него, допустим, G это root, да, под дерево слева от него и под дерево справа от него, их высота отличается максимум на единицу. То есть, в принципе, довольно хорошее качество, довольно, ну, как бы серьезное. Вот. И то же самое выполняется для любой ноды в этом дереве. Тут, вот, если здесь посмотрите, здесь плюс-минус 1 подписан, это как раз вот дисбаланс нод. Да? Вот здесь справа на единицу больше, чем слева, вот, и так далее. Здесь наоборот, вот, например, в f, в j плюс 1, в f минус 1. Ну и смысл в том, что если мы сможем это свойство поддерживать, то, типа, будет прикольно. Вот, а дальше как это делается? Ну, типа, в момент вставки ты сначала вставляешь в качестве leaf, то есть у этого листа, да, а потом пытаешься посчитать, не нарушился ли инвариант, а он как минимум, максимум может нарушиться на единицу, то есть плюс-минус 1 может превратиться в плюс-минус 2, и вот эту ситуацию надо чинить, и ты ее рекурсивно чинишь. Чинишь ты ее с помощью двух видов поворотов, вот простой поворот и какой-то более сложный поворот. Но до сюда мы еще дойдем. Вот. Второй момент, что это все, ну, есть какие-то там расчеты про глубину, ну, там, понятно, глубина, наверное, логарифм n. Да, вставка тоже там логарифм. Нет, вставка, кстати, возможно, константа. Ну, либо константа, либо логарифм n, как глубина дерева. Сейчас. Что тут пишут про вставку? Ничего не пишут. Ну, и... Может, здесь где-то вот пишут. Не пишут. Ну, ладно, какая разница, как бы, разберемся. А, вот, lookup, insertion, deletion, take all логарифм n. Ну, потому что тебе, возможно, фиксить придется до самого кода. Вот, давайте тогда, значит, возьмем на Clojure. А, ну и еще одна особенность, типа, Clojure — мутабельный язык, поэтому наше дерево будет персистентным, естественно. Писать персистентные деревья, ну, в принципе, не, как правило, не сильно сложнее, чем неперсистентные. А, ты тоже будешь очень много использовать рекурсию. Единственное, что, ну, немножко по-другому будет алгоритм, наверное, выглядеть. Там, где в мутабельном алгоритме ты можешь попасть в ребенка, а потом начать идти в
parent, да, а в иммутабельных деревьях такого, конечно, нет, у тебя ребенок не может содержать ссылку на parent, да, то есть у тебя parent содержит детей, и так до самого низа обратно хода нет. Вот, поэтому у тебя алгоритм всегда сверху вниз работает. Поэтому давайте сначала напишем, наверное, простой какое-то простое дерево, да. Давайте напишем, допустим, функцию node и какое-то значение там, да, будет у нас. Значит, она будет выглядеть... Побольше shift сделать? Больше сделать. Shift сегодня hero code. Кастомная версия причем. У нее, допустим, троечка вот кастомная. А, тильда высокая. Что-то еще я там делал, я же не помню. Тонкие бэкслэши. Кстати, здесь неправильно сработало. Но это, возможно, sublime. Вот это зато сработало, да? Окей, ладно. Кастомная hero code. Значит, что мы делаем? Да, значит, у нас, соответственно, value v будет. Какие у нас еще будут поля? Ну, допустим, left nil, right nil. Ну, видимо, height 1, да? Типа depth или height. Давай height ставим. Что-то английский начал говорить. Давайте height оставим. Left, right. Это глубина самого этого дерева. И поскольку он состоит из одной единственной ноды, то у него глубина 1. Да? Давайте сделаем... А, key еще нужен, господи. Мы же... Сейчас. Как-то так. KK, value V. Смысл в чем, да? То есть, ну, вот это дерево, оно как бы, ну, здесь не говорится, что именно там хранится. Вообще, говорят, нужны только key, да, ключи. А value, типа, не нужны. Ну, типа, value ты можешь просто хранить вместе с ключами. Потому что, поэтому, на самом деле, с value мы, наверное... Ну, пусть будет value. Обычно делают как? Обычно делают ключ и значение. Из этого делают три map, да? То есть, это мапа, как хэш-мапа. Или словарь, но основан на дереве. Ну, имеется в виду, что она основана на как раз бинарном дереве, отсортированном. Соответственно, 3-map — это, как правило, сортированная, значит, сортированная мапа. Из 3-map легко сделать 3-set, ты просто в value ничего не кладешь, как бы оставляешь просто ключи. Наоборот, сделать это сложнее, поэтому обычно делают значение тоже. Вот. Давайте сделаем осок. Ну, давайте, 3-осок. 3 key, да? Окей, значит, здесь у нас, если так, если, короче, дерево пустое, то мы просто возвращаем node key. Дальше, следующее. Теперь, короче, смотрите. Дерево это, ну, это корень дерева, да? Значит, нам нужно понять, меньше, больше или равен ключ значения. Ну, как бы, опять же, ключ может быть чем угодно, поэтому мы давайте... Так, у меня есть конт плюс? Где-то должен быть конт плюс, да? Вот конт плюс у меня, и вот свен сам. Вот это мы делали последний раз. Вот этот вот конт плюс перетащим. Это мой любимый макрос, я его, как вы уже заметили, таскаю вообще везде. Вообще везде. Так. Let and some. Окей. Okay. Окей. Okay. Нам нужен здесь let. Значит, это будет con plus. Нам нужен let. CMP. Я не помню, тоже ли compare или CMP. Compare, да? Окей. Okay. Значит, compare. Окей. Key3. Вот так вот. Да? Это значит, мы берем наше значение C. Вот это вот, да, и сравним с тем, что пытается вставить. Дальше у нас, возможно, три варианта, значит, CMP может быть 0, это значит, это точно такое же значение, что значит, что мы просто по этому ключу assoc 3 value v и возвращаем, да, то есть мы просто меняем, короче, значение и все, вот. Дальше, есть два варианта, типа, CMP может быть меньше нуля. Нет, это больше нуля, да?
Давайте вот так. CMP меньше нуля, это значит, что... Ох, сейчас я запутаюсь, но, короче, мы, может, даже неправильно сравниваем. Давайте порядок поменяем. Я тебе что-то кажется, что надо порядок поменять. Значит, текущий ключ, да, минус текущий ключ меньше. Нет, давайте обратно вернем. Короче, вот так вот, да? Это значит, если CMP меньше нуля, это значит K меньше, чем Key 3, да? Это значит, что нам нужно вставлять в левое, соответственно, дерево. Да? Да? Сейчас. Ну да. Да. Окей, ну и здесь, короче, значит... пойдет ASOC 3, даже update, наверное, 3 left, 3 left, дальше здесь будет 3 ASOC. То есть, ну, короче, если мы не, ну, типа, если мы не знаем, как вставлять, если мы не можем заменить текущий корень, мы идем, смотрим влево или вправо, надо обновить чувака, да, и просим его сделать, а там уже то же самое все, короче, вот так. Значит, и второй, последний вариант, это, соответственно, right, да, больше ничего быть не может, вот так вот. Значит, давайте run tests, у нас тестов нет, поэтому ничего не произойдет, но, что мы можем сделать, попробуем, да, все-таки комфортно. Давайте тест напишем, сейчас, нет, нам нужен, короче, смотрите, нам нужен способ распечатать дерево. Вот что вам нужно. Да, давайте сделаем 3print. Ну, так, допустим. Значит, как мы будем печатать дерево? Ну, есть ощущение, что нужен некий индент. Индент. Да, ну, короче, вот так. Print 3, и значит, а здесь уже indent 3, значит, и печатается оно очень просто. Мы говорим print len when sum 3. Мы говорим println value 3, вот так вот, да, сейчас indent, вот так вот, а дальше говорим 3 print left и 3 print к инденту добавляем пару пробелов и так делаем, и вот так, если меня сейчас спросят обход это ширину или в глубину, я скажу, что в глубину. Окей, значит, давайте его сделаем теперь просто, ну, тестов у нас пока нет, поэтому мы просто попробуем распечатать какое-то дерево, да. Для этого нам нужно сгенерировать дерево. Значит, repeatedly. Значит, окей, значит, repeat. Давайте, да, нам нужен, короче, seek, это будет repeatedly. Допустим, мы хотим, ну, 10 нот, да? И здесь нам нужен, соответственно, round int 100. Ну, типа двухзначный. Давайте даже rand in 90, чтобы все были двухзначными. Не так стало, да? Вот так вот. Это наша последовательность. Значит, дальше 3. Это будет reduce 3 asoc nil. Да, здесь нужно поменять немножко. 3k, да, и мы будем value использовать, что будем использовать, а мы даже его не печатаем, короче.
Давайте вот так сделаем, потому что println обладает очень неприятной особенностью, он оставляет пробел между элементами. И иногда это супер удобно, а иногда это неудобно. Вот. А, значит, погнали дальше, да? Значит, triasoc... Три кейки. Короче, значение это тоже будет ключи. Ну, да что там может быть еще? Можно nil вместо ключа, но вместо значения. Нам, у нас, в принципе, пофиг. Давайте nil, чтобы не путаться. Так, мы начинаем с nil и пытаемся наш sequence, да? И теперь мы говорим println seq and дальше print... Нет, print three. Можно было бы сделать на самом деле структуру данных, какие-то протоколы там с ней замутить. Ну, это на самом деле можно сделать, может быть, потом сделать. Давайте посмотрим, что получается. Во, а nil у нас не печатается, да? Ну и ладно, ну и хер с ним. Вот, значит, вот такая последовательность. Было 86.91. Короче, вот 86 первым мы ставили в корень, да? Дальше у нас идет две ветки. 34, 31. Но смысл в том, что типа первое значение должно быть всегда меньше, а второе всегда больше. Ну, как будто бы оно выполняется, да, как будто бы. Вот, то есть это в принципе, конечно хотелось бы такую какую-то картинку рисовать. А, тут в этом вот пути достаточно сложно разбираться, но что-то делать. Вот, а здесь мы видим проблему, да, то есть смотрите, допустим, нода 34, значит, у нее... Левое под дерево, вот это, имеет глубину 2, а правое под дерево, вот это вот, имеет глубину 4. То есть разница 2. Это уже проблема, оно не сбалансировано. Также и здесь, типа вот это 1, 2, 3, 4, 5, да, вот у этого дерева, у этого всего 2. Вот, давайте тогда попробуем height не учли, да, вот здесь вот height. Да, потому что здесь будет, короче, хитрее. Давайте попробуем. Значит, нам нужно сделать left штрих. Это будет triasoc left tree.kv. Так. А дальше мы говорим asoc tree left штрих. И здесь нам нужно обновить еще height. Потому что после того, как мы что-то вставили в ребенка, height может обновиться. Height, соответственно, это у нас max height нового left и старого right. Да. Вот, вот так вот. И здесь то же самое, только наоборот. Здесь мы, соответственно, вместо left делаем right, а здесь делаем left. Ну и чтобы left и right шли всегда в одном порядке, давайте сделаем вот так. Значит, как-то так. Здесь вот у меня что-то пробел какой-то, да, нарисовался лишний. А, да, что надо побольше. Так. И хотелось бы... Значит, давайте value не будем печатать, но value нас пока не интересует. Ну, потому что в тестах как-то потестируем. Вот, а пока нас интересует высота, да, поэтому давайте напечатаем вот так вот, запускаем, да, последовательность, так, чуть не то, 52, нет, 3, и где хайт одинаково пишу, вот у меня как бы, основная, короче, проблема, что я боюсь, что height неправильно напишу. Да вроде правильно, да? Так, что не так? Ну, может быть, вот здесь я накосячил, да? Соответственно. Left, right. Right тоже вроде правильно пишу. А, не может быть... Left tree может быть 0. Логично.
вот так вот, да, right не может быть 0, потому что мы туда только что ставили. Во, ну-ка. Да, отлично, всех 101. Значит, не работает. А, ну потому что надо плюс 1 сделать. Или как в коже принято делать ink написать. О, отлично, значит, смотрите. Здесь вот у нас все пошло в левую, да. Ну вот, допустим, у 46, у 104, да, и у него одного 2, у другого 3. Ну, это, кстати, нормальное дерево, более-менее. 85, а, не, не нормально, потому что вот 46 у него высота 4, а 85 высота 1. Давайте как-нибудь, сейчас скобочки мне не нравятся, короче. Так, сделаем. Здесь, кстати, уже пробело бы, в принципе, нормально совершенно. Ну ладно, не суть. Вот эта формула мне что-то как-то не очень нравится, да. Не очень нравится. Ну, на самом деле нормально. Так, что ли, написать? Чё Макс-то 0 не принимает, интересно? О, нет, в смысле. Кстати, есть такая классная функция. Ну-ка попробуем сейчас. О, да, отлично. Короче, FNIL. Во, сейчас мы сделаем. Это даже прикольно. Короче, вот так вот мы сделаем. И это такая функция, которая берет другую функцию. И если какой-то из аргументов 0, она его меняет на то, что тут написал. Вот. В нашем случае, соответственно, должно быть вот так. Да. Давайте здесь сделаем keys key value write. Hide сам по себе нас, по-моему, не интересует, да, и s3, то есть, короче, чтобы вот здесь не делать вот так вот left. Right. Вот и так, да, то есть немножко мы разгрузили скобочки, и вот такая вот ерунда получилась. Можно теперь вот так вот сделать. Ну, то есть теперь, вот, допустим, в Максе вот эти выражения выглядят похожими. Так, значит, давайте sync сделаем, не знаю. Идиоматично это или нет. Ну вот, ключ, короче, вот это вообще кошмарное дерево, да. Вот у ключа 32 левый, значит, у левого чувака высота 1, а у правого 105. Очень несбалансировано. Это потому что вот эти все чуваки 82, давайте, вот 82, 38, 78, 59, потом 15 как раз вот сюда попало, а потом 52 еще, да. Они все шли, как они шли, по возрасту, не, как я не знаю. Блин, тут, короче, очень плохо, потому что если нет левого или правого, то мы этого не видим. Мы, короче, не знаем, кто из них левый, а кто из них правый. Потому что ниловые ветки мы не печатаем, а ниловые ветки на самом деле нужно печатать. Вот. Не нужно рекурсию вызывать. Вот так, давайте вот так вот. Во.
Вот так. Если, короче, есть что-то, то что-то. А если нет ничего, то мы печатаем нет. Вот так вот. Ну-ка. Во, уже лучше, да? Теперь мы знаем, кто левый, а кто правый. Значит, да. Ну вот этого, допустим, оба нила. Левый и правый. Это нам еще пригодится. Так что давайте оставим. Так понятнее будет, надеюсь. Это все подготовочка. Значит, мы еще даже ничего не написали. На самом деле мы написали. Мы написали вставку в бинарное дерево. То есть если мы возьмем вот эту вот шнягу, то в принципе это бинарное дерево. То, что называется BST. Но... British Summer, да. Binary Search Tree. То есть дерево, которое отсортировано, но у которого нет, как сказать-то, нет каких-то требований по балансировке. То есть оно отсортировано, в нем можно искать. Проблема в том, что типа, у него можно словить линейную сложность вместо логарифмической. Окей, поэтому переходим к веселью, да, то есть вот этим вот штукам. Значит, смотрите, вот здесь вот, допустим, left, да, в левое вставили дерево. Ну, на самом деле, здесь вот мы вставили в правое. Сейчас. А смогу ли я... Могу ли я? Наверное, смогу, кстати. Да. Окей. Значит, вот эта ситуация, да, это простой поворот. Он, ну, нам нужно его сейчас написать. Он, давайте я приближу, он, короче, случается, если у этой ноды перевес 2, у этой ноды перевес в ту же сторону, но на 1. Да? Ну, если он только вставили, он может быть только на 1. А, ну он может быть и на 2, что ли? А, на плюс 1. На плюс 1, короче, или на 0. Вот. Кстати, а почему на 2 не может? Надо порисовать. Но порисовать мы сейчас не сможем. Может быть, кстати, я... ввязался в какую-то гораздо большую авантюру, чем я рассчитывал, но посмотрим. В этом и интерес, да. Ну что, давайте попробуем вот такой поворотик написать, да. То есть он достаточно простой. Значит, смотрите, мы берем вместо x, используем z. Здесь как бы все расписано, вот эти вот значки меньше, меньше, меньше. Это значит, что это все вот эти типа, вот эти блоки, да, блоки, ну как это показывается, да, там, наверное, не видно. А блоки, они, типа, лежат в линейном порядке. То есть это меньше этого, это меньше этого, это меньше этого, меньше этого, меньше этого. Поэтому их, в принципе, можно тусовать. Внутри колонок можешь вверх-вниз что-то двигать. А, ну вот тут стрелочка, кстати, нарисована. X, типа, вниз, а это вверх. Но не двигать их между собой. То есть, вот смотрите, T1, T2, T3 и T4, да, они остались на своих исходных местах. Вот. И x и z тоже, в принципе, остались, только у нас теперь мы были прицеплены за x, а стали прицеплены за z. И у z левая штука это x, а у x прав... вот это стало правой штукой x. Короче, это все можно написать. Вот, давайте попробуем это написать. Для этого нам нужно что? Значит, left, да. И сейчас я задумался просто, как мне... Как мне это оформить? Ну, имеется в виду, типа, написать отдельную функцию, которая будет называться fixUp, или прям тут фигануть. Теоретически можно прям тут фигануть. Ой, почему нет? А, да, здесь, короче, мы хотим, мы сейчас вставляли вправо, то есть здесь вот T4, да, выросло, то есть это мы вставляли в правую штуку, то есть нам интересно вот это вот. Значит, ну как бы, смотрите, если, ну типа здесь появляется еще один конт,
и hide нового райта. Сейчас. Типа, если высота нового райта, вот этого, да, минус высота старого лефта составляют плюс 2. Это раз. Блин. А, ну здесь можем вот так вот сделать. Высота лефта 0. Еще не знаю. Так. Да. И второе условие, что вот это вот высота нашего райта. И, короче, нужно взять райт и у него посмотреть больше равно нулю. Ну, или, короче, можем вот так сделать. 1, 0, 0, 1. Типа, либо 0, либо 1, да? У нас разница может быть плюс 0, плюс 1, плюс 2. Ну, как бы так. Плюс 2 там уже не может быть, потому что write уже должен быть сбалансирован. На нем, типа, эта операция уже прошла. Значит, если либо 0, либо 1, значит, что здесь у нас? Высота, значит, write. Да. И высота left right. Это такое вот, короче, условие. Если это все не нужно, то мы зачем-то. Так, сейчас нужно что-то придумать. Ну, может быть, не нужно, кстати. Ну давайте, допустим, это, короче, вот мы конкретно взяли вот такой вот странный случай, да? Вот именно вот этот случай. То что мы делаем? Мы возвращаем, мы хотели вернуть бы себя, да, вот это x, это мы, это 3. Вместо этого мы возвращаем right. Значит, слева у этого right'а. Блин, главное, что мы не можем сами себя, да, поставить. Сейчас. Слева это типа мы. Но это осок 3 right. То есть вот эта вот нога наша, она будет новая. Там, где был старый right, это на самом деле left вот этого right. Блин, это невозможно читать же будет, да? А right у него остается такой же. Ну, как-то так. Вот, единственное, что, короче, здесь все, конечно, нарушено. И нам нужно здесь пересчитать высоты. Вот, короче, с высотами что-то не очень получается. Кажется, что их как-то сложно пересчитывать. Давайте скажем, что... Так, сейчас. Ну, давайте напишем просто call height. Что делать? Def as update. Не знаю, update height, да? И он просто принимает 3. Потому что, ну, на самом деле, типа, ничего не нужно особо. Ну, даже вот так вот сделаем сейчас. Так вот, вот это не нужно. Значит... Inc fnil max 0. Да, на самом деле здесь не нужен, кстати, вот этот fnil, потому что у нас можно сделать и так. И height right 0. Вот, это апдейт, короче, height, да? И... Three, a soak, right?
Update height. Значит, здесь, соответственно. Берем вот это. Говорим сок left. Ну, вот мы какой-то поворот написали. Это, конечно, выглядит страшно. Ну, реально страшно. Такое, конечно, не почитаешь. Давайте сделаем вот что. Вот так сделаем. И... и вот так, да? Тогда мы сможем вот это заменить. Вот это. Вот это сделать вот этим. Вот этим. Сделать вот так. Ну, выглядит правдоподобно. Как это будет работать, хрен его знает, если честно. Ну, давайте запустим. Что. Ага, сломалось. Long can be cast to associate. Значит. Где-то мы что-то пытались присвоить. А. Давайте плюс, а это не суть. Значит, мне не очевидно, что не так. А, кстати, это можно поправить тоже. Может быть, мы сделаем просто update height, а не. Не работает. Вот это вот я ненавижу в коже, когда она, короче, не печатает ошибку, а вместо этого типа не показывает, где, как. 65-я строчка. Короче, к ним, короче, была претензия в какой-то момент, типа, чуваки, у вас нечитабельный стрек трейс. Она реально нечитабельная, что это за херня, почему тут какие-то переносы, как в этом разбираться, да? Я, здесь даже непонятно, где что начинается, форматирование какое-то идиотское совершенно, что, почему этот месседж перенесен. Это как бы просто вот даже я клажурист, как бы, но вот в этой вот, это типа... Stack Trace как структура данных, а потом типа в pprint скормили эту структуру данных. Это вообще не для человеческого потребления, невозможно читать. И, короче, им такие говорят, типа, чуваки, у вас ужасный Stack Trace, из них ничего не понятно.
Они такие, окей, короче, исправили. И они исправили тем, что перестали их печатать. Они такие, мы их сохраняем теперь в файл, короче, идите и распечатывайте файл. А вместо того, что оно на экране, ты видишь только, типа, верхнюю строчку эксепшена, нигде она произошла, ниоткуда она прилетела. Ну, 65-й строчке почему-то. Но здесь не может она быть. Здесь мы просто инты, короче, гоняем. Ну вот строчка не та. Ну что это за дела? Ну как так можно вообще жить? А? Нельзя так жить. Правильно. Давайте попробуем вот это закомментировать, да? Тогда все должно вернуться. Нет, не вернулось. Значит, а почему? Вот это, кстати, непонятно. А где у меня может еще-то особить? Tree value B. Я думал, что, ну, типа, update height сюда вернуть. Вокруг вот этого всего. Звучит как будто разумно, можно кое-откуда его выдергивать, но брать несколько сковок. Так, значит, да, можно, кстати, вот здесь тогда хайт убрать. Типа он не нужен, если это пустое. Да, создаем. Ну, на самом деле, вот эти не нужны особо. Ага, окей, значит, что не так? Но это не Асоки, правильно? Они не могут. 61 бар. Ну давайте вот так уберем. Ну не, 4 мягко. Да. Ну, давайте сделаем 1, 2, 3, 4. Ну, все-таки ошибка в другом месте, но почему-то она приписывается сюда. А что я поменял-то? Что я поменял-то? Вот бы сейчас стрим, да? На стриме мне бы сразу сказали, что не так. Long cannot be cased to associative. То есть, либо мы пытаемся где-то прочитать что-то из лонга. То есть, например, вот это могло бы быть такой проблемой. Если tree assoc, например, по какой-то причине вернул long. Да? Но он же вернул long. А, во, господи, потому что update height не возвращает дерево. Ох, вот я вообще буду. Вот так, что-то получилось. Окей. Значит, давайте я раскомментирую наш адовый код. Ну, здесь нужно, конечно, сделать вот так вот, наверное. Значит, вот это как-то какую-то более сокращенную запись придумать, да? Давайте посмотрим, что получится, что-то нет. Да, вот так, потому что это должно быть. Вот, ну. Давайте баланс еще выводить. Баланс, да, и это наша разница между, так, если не влазит, перестает влазить в строку, поэтому мы сейчас вот так вот сделаем, и это, короче, разница между height left 3.0 и height right 3.0.
это баланс, да? Так, чтобы совпадало с википедийным определением, значит, баланс плюс 2, если... Ну, здесь они явно и справа вычитают лево, да, давайте мы так же сделаем. Потому что потом, ну, чтобы потом, короче, концы с концами сходились. Во, баланс, вот, у нас теперь баланс минус 2 появился, в остальном неплохо. Да, ну, можно попробовать, кстати, сделать дерево не на 10 элементов, а на 100, например, и посмотреть худший баланс. Ну, вот я вижу минус 4 плохой, да, минус 6. Вот. Вот это, кстати, прикольно. Да, вот сейчас мы видим, что кого, где мы страдаем. Значит, это мы реализовали один только поворот, да, простой, и при том в одну сторону. Теоретически мы можем сделать такой же поворот в обратную сторону. Единственное, что я бы подумал, значит, как его упростить. Запись имеется в виду. Потому что что-то как-то это... Ну, во-первых, вот эта что-то меня штука не радует. Я думаю, что нужно так сделать. Ну, типа, была задумка, что она что-то упростит, она что-то ничего не упростила. Да? Вот. Ага. Так, теперь мы вставляли, короче, в левое дерево. Значит, у нас теоретически может быть минус 2. Блин, нужна картинка, короче, не могу. Или надо вот эту картинку отразить, да? А, давайте, кстати, может быть, правда, отразим ее просто. Возьмем фильм. Откроем драфт какой-нибудь untitled. Что это было? Ерунда какая-то, да? Она, кстати, мне нужна. Ну, короче, двинемся просто. Так, давайте сделаем такую же картинку. Скажем, вот так вот. Цифры здесь, соответственно, все... будут отрицательные. Ну, короче, наш смысл, что мы вот эту вот штуку сейчас перенесем сюда. Вот так вот мы сделаем, да. Значит, соответственно, вот это... Ну, единственное, что height left остаются. Вот так вот, да. Типа left пересиливает right. Это соответствует? Да, left пересиливает right. Окей, а значит, так, а что у меня не включается sublime-то, что-то я не понял. И здесь, соответственно, 0, минус 1, right. Сейчас. Нам, короче, так, блин, а, все, я понял, что у меня открыта эта картинка, и я все время на превьюшку ведусь. Значит, нас интересует вот эта картинка, да? Соответственно, здесь 0, минус 1, нужно взять left. Вот сейчас Sublime не открылся, да? Вот Sublime не открывается. Я нажимаю, он не открывается. Почему? Очень неприятно. Может, надо написать функцию balance? О, может, реально написать функцию balance? Поможет? Наверное, поможет. Давайте напишем функцию balance. Вот, давайте напишем функцию balance. Отлично. И она, у нее будет два, короче, варианта. В одном она принимает дерево, и тогда она считает balance height left 3.0. Типа справа нужно делать что-то. Right 3.0. Вот, а второй вариант у нас будет типа left right. Вот так вот, да? И это будет минус. А, не так, сейчас вот так. Это когда, это, ну, нужен, этот вариант нужен будет, если мы одно из поддеревьев поменяли.
О, баланс. О, отлично. Сейчас вообще шикарно. Так, вот это пока не задокументировано. Короче, это пока опасно. Не трогаем, короче, пока. Вот здесь вот, значит, равно... Вот так вот, да. А здесь, соответственно, это просто balance right. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Ну, шикарно же, да? Мне очень нравится. Не очень, не, ну реально. Шикарно. Окей. Здесь, да, update height. Ладно, хрен с ним. Про это тоже надо подумать, потому что кажется, что можно как будто бы в нодах не высоту хранить. По крайней мере, я читал в Википедии, что можно хранить именно баланс сразу. Но не очень понятно, как его пересчитывать мне. Мне не очень понятно. Может быть... Не, непонятно. Ладно, короче, с высотой проще, потому что это, ну, абсолютная величина. Ты ее можешь, типа, неправильно посчитать, да? Ну, типа... Сейчас. Типа, баланс — это накапливаемая характеристика. И если где-то в какой-то момент ты не учел какое-то условие и продолбал его, она, ошибка, будет копиться дальше и дальше. Высота — это какая, как бы некая абсолютная характеристика, которую, ну, она может быть немножко избыточная, но надеюсь, что ее сложнее продолбать, по крайней мере. Давайте запустим, посмотрим, что получится. Ну, какие-то неправильные балансы, но это ожидаемо. Значит, вот, переносим вот это сюда. Значит, у нас, соответственно, баланс left-right стал минус 2, а здесь вот у нас у left-то минус 1, да? Это значит, что нам нужно пересчитать right. Сейчас, вот здесь погнали. Что нам нужно сделать? Нам нужно... Мы вот это нода, да? Это наш left новый. Нам нужно, соответственно... Господи... Сейчас я соображу. А здесь мы, типа, мы пересчитывали левое подмножество, да, штрих. То есть мы пересчитывали вот эту штуку. Это наше дерево. Соответственно, вот это было наше дерево. У нас становится вот это. Left остается, нам нужен right штрих. То есть right штрих — это наше дерево, к которому слева прицепили то, что было справа-справа. Вот. Да, right штрих — это наше дерево, к которому слева прицепили то, что... Вот это наше дерево, к которому слева прицепили то, что было справа улево. Ну, на самом деле здесь все можно просто менять, потому что ситуация абсолютно симметричная. А я единственное, что боюсь так делать, потому что мне хочется еще раз перепроверить, хочется понимания того, что я делаю, да. То есть, вот смотрите, мы возвращаем здесь именно left, которому вот эту конструкцию вернули. То есть мы возвращаем вот этот left, да, действительно, которому вместо правой ноги прицепили наше старое дерево. Вот это. Ну, как будто бы... Чё у нас онлайн не переключается? Чё за говно? Альтап не... Дисреспект, короче. Вот. Ну, мы все еще имеем дисбаланс минус 4. Что не очень оптимально, да? Я думаю, что мы... А, вот даже минус 7 имеем. Но тем не менее. Как минимум, это все тьфу-тьфу работает. Давайте, кстати, напишем тест. Это будет, ну, по сути, это генеративный тест, да, в каком-то смысле. Давайте назовем его dev test g.
Gen, я не знаю, ну, назовем его Test Gen, whatever. Короче, смысл тот же, мы делаем ровно то же самое, мы распечатываем, а дальше мы делаем обход глубину и... Сейчас. Нам нужно доказать, что эта штука сортирована. Вот. А для этого нам нужно сделать seq. На самом деле, да, вот видите, что print, короче, seq, это все так-то, даже asoc, это так-то кложеские интерфейсы. И вообще говоря, конечно, бы нам бы в кложеские интерфейсы надо играть, а не в свои функции. Но это... К алгоритму это отношение не имеет, поэтому я пока это делаю так. Значит, tree... я не помню, к сожалению, как сделать... Как сделать ленивые последовательности правильно. Я типа пользоваться ленивыми последовательностями умею, а писать их не умею. Хотя на самом деле они достаточно тривиально в коже делаются. Значит, тест будет следующий. Ну, давайте распечатаем. И тест у нас будет следующий, что sorted, видишь функцию sorted? Sort. Sort, нет, просто sort. Да? Sort seq равно seq. Это наш тест, и мы его запускаем. Погнали. Так, значит, не сработало, потому что... А, ну да, нужно distinct еще прогнать, типа... distinct, потому что дубликаты мы не умеем хранить. Тест прошел, то есть отлично. То есть мы пока... Ну, потом надо будет написать, типа, цикл, который там миллион таких вариантов прогоняет, да? И все всякие разные длинные тестируют и так далее. Вот. Но пока хорошая новость в том, что мы берем элементы, вставляем их в случайном порядке, получаем некое дерево, потом обходим это дерево и получаем последовательность с теми же самыми элементами в правильном порядке. То есть мы нигде не продолбали, по крайней мере, свойства порядка. Вот. И элементы нигде не продолбали. Это хорошая новость, на самом деле. Это очень хорошая новость. Мы продолбали баланс пока что, да? То есть максимальный дисбаланс у нас пока не очень. И на это тоже надо будет тест, кстати, написать. Как его сделать? Ну, кстати, хороший вопрос. Давайте напишем... Вот такую функцию. Вообще надо как бы научиться, конечно, дерево обходить просто. Но я сейчас тоже для этого делаю. Сейчас. Здесь нужна функция, короче, которая берет максимум по модулю. А для этого у нас есть функция, какая maxKey, да? Return x for which k x a number is greatest. О, отлично. Отлично. Значит, maxKey, да? Функция у нас будет abs. Есть такая функция? Да, есть. Странно. Говорит, там? Что такое? Нет, что ли, такой функции?
Ну, ладно, тогда... Блин, как масса? Да. Чё не надо? Короче, библиотеку мы точно не будем подключать. В Java должна быть функция, которая считает по модулю. Ну, давайте, давай, класс mass. Да, ну вот, abs. Abs mode, класс abs mode. Ну окей, значит, mass abs. Вот так вот. И у нас пойдет, значит, баланс, еще много, да, ну да, да, баланс 3. И что там у нас баланс говорит? Ну, вообще, 0 будет, короче, да? Но она сейчас зациклится бесконечно. А, здесь нужно worst. Так. Да? Короче, да, здесь... Короче, вот так. Вот. Это тоже все надо бы, конечно, абстрагировать как-то. Ну, типа, это все обход дерева в глубину и потом какой-то редакшн по поводу этого, да? И это хочется как-то абстрагировать. Ну, типа, даже print, trisec, worst balance. И в коже есть для этого штука, но сейчас что-то тоже не хочется разбираться. Это, конечно, не на стриме надо делать. Здесь, соответственно, минус 1, 0, 1, то есть worst balance 3 должен быть где-то в пределах 0, минус 1, 1. Давайте посмотрим, что будет. Ага, так что он нет. В смысле нет. Не понял. Как нет? А, я неправильно написал. Или нет? Ничего не там. Во, нормально. Не, типа, минус 6 у нас, на худший баланс. То есть первый тест прошел, второй не прошел. Ага. Окей. На сортировку прошел же, на сортировку? Да, сортировку прошел. Что у нас, что нам нужно? Нам нужно второй сделать ротейшн, да, второй ротейшн похитрее. Тут у нас участвует уже 3 ноды. И нам нужно будет... Ну-ка, да. Короче, здесь смысл в том, что также у нас плюс 2. А если здесь плюс 1, то ни хрена делать не надо. Или 0, да. А если плюс 2, то здесь вот у нас, мы здесь рассмотрели случай, если здесь у нас плюс 1 или 0, то в данном случае у нас здесь минус 1. Вот. Тут, короче, нам нужно такие штаны сделать. Нам нужно пойти вправо, влево и взять этого чувака, его левую ногу прицепить x, его правую ногу прицепить z, да? Окей, значит, ну что-то у меня здесь есть уже заготовочка какая-то, значит, давайте.
Ну, здесь опять же можно было, наверное, сделать так, вот я вижу, да? Кстати, вот я не написал. Нет, сейчас, как же... А, это в кейсе было. Ну-ка, кейс. В кейсе можно перечислить. Да, вот так вот. Кейс, давайте попробуем. Ну, кейс, короче, очень странная штука, потому что она иногда в коже не работает. И я не очень понимаю, когда. Вообще говоря, если вот так написать, то это типа считается работать. Так, это значит наш тот случай, который мы уже реализовали, да? И у нас еще есть случай минус один. Вот, а минус один — это тот случай, который мы будем делать сейчас. Я пока напишу сюда вот это. На этом кейс закрывается. Здесь идет else. Давайте посмотрим, что оно все еще работает. Вот, не работает, да? Но очень close. 2. Типа баланс, right. Да, окей, окей. Сейчас мы рассмотрим, что тут у нас с кейсом. Здесь должно быть еще... Single default expression can fall. Окей, короче, это ошибка, типа, потом ее не будет, да, но сейчас она есть, потому что в поднодах мы можем не до конца сбалансировать, и у нас из-под ноды может прийти неожиданный дисбаланс. Вот. Но потом эта ошибка уйдет, поэтому пока мы вот так сделаем. А, ну пока мы сделаем, короче, вот так. Но, типа, to do remove, вот этой штуки не должно. Вот, значит, минус один, да, то есть мы попали вот в эту ситуацию, здесь у нас минус один. Что мы делаем? Да господи. Давайте попробуем понять, что мы делаем. Кстати, может быть, сделать вот так. Вот так. И вот так. Давайте попробуем, да, так даже прикольно написать. Давайте попробуем понять, что мы делаем. Значит, у нас образуется... Вообще, я бы все это, конечно, назвал x, y, z. К сожалению, да. Давайте, нам нужно, короче... Это left, right. Это наш Y, правильно? Это левая нода нового правого. Так? Так. Хорошо. Назовем ее пока 3. Короче, наша задача на самом деле вернуть это 3, у которого в left и в right будет написана всякая ерунда, типа вот этой штуки, да, вот у Y. Слева будет наше дерево, которому мы справа прицепим то, что было слева у этого поддерева странного. Вот. А справа у нас будет нода Z, то есть это right со штришком, которому мы хотим слева, да, прицепить то, что было у его чувака справа. Как-то так. Типа теоретически, если мы перевернем эту ситуацию, я сейчас, конечно, напрягусь, чтобы ее перевернуть, но
наша ситуация, значит. Один мы пока делаем вот это. Это remove. Значит, на этом левый if закончился, и мы попадаем в правый if, который вот так вот. Ага. И мы что-то сломали. Чего сломали? Нет, мы не должны были ничего сломать. Где-то проебалось. А вот нилы где-то появились, да? А, ну это вот, кстати, мы, наверное, вот из-за этого что-то сломалось. Ну-ка. Да, то есть там мы все правильно переписали, а здесь что-то не сработало. Ну, давайте еще раз проверим. Значит, то, что нам туда это все переносить. Значит, у этой штуки минус один. Значит, дерево со штришочком — это то, что слева у права, вот эта херня, да? Значит, мы возвращаем это дерево со штришочком, вот оно, которому слева мы прицепляем то, что было корнем. У корня то, что справа, это то, что было у дерева со штришочком слева. Так. Дальше. А справа мы прицепляем то, что и было справа. Но слева мы прицепляем то, что у дерева со штришочком было... справа. Ну, пока выглядит, как будто бы все. Нормально. У меня выглядит все нормально, не знаю. Не очень понятно, в чем тут может быть проблема. Да, разве что я печатался где-то. Это же вам кожа. Значит, кейс идет. Ну давай, блин, не, нилов не должно быть все равно. Но единственное, что вот этот tree может быть нил, да? Что все три нил? Тогда мы создаем нулевую ноду как раз. Во. Это не очень хорошо. Да. Типа. А, ну окей, давайте так. Давайте сначала все это отзеркалим сюда. Короче, я предлагаю здесь прям вот бездумно зеркалить. То есть там, где написано left, мы напишем r, там, где написано right, мы напишем left. Там, где написано RRR, мы напишем right. Вот так, да? То есть дерево то, что справа у левого. И среди собачек справа дерево. Ну, будет похоже. Да. Нет, нивы остаются. Окей, я думал, что уйдет проблема. Но у нас и баланс тоже остался. Похоже, есть еще какие-то случаи здесь, да, которые тут не рассмотрели. Это очень плохо, потому что я-то рассчитывал, что я сяду и запишу алгоритм, который тут нарисован. Но я не смог этого сделать. Да. Окей, ну давайте подумаем, что как бы. Ну, типа right здесь. Мы сюда вставили, да? И у него баланс минус один. То есть... Что значит баланс минус один? Это значит слева больше, чем справа. Значит, y не может быть нулевым. Да? Или может быть. Давайте сделаем здесь.
Короче, надо логинг добавлять какой-то. Но я пока сделаю вот такое. У меня такая гипотеза. Давайте посмотрим, печаталось ли во время вставки где-то нет. Да, печаталось. Ага. Нил. Окей, 54, хай 2, лефт, нил, так, в смысле нил. Ничего не понятно. Значит, очень плохо, да? Значит, мы распечатали дерево, ключ и значение. Такое у нас дерево. Да, здесь у него, в принципе, два узла. 54 и 62. 54 корень, 62 справа. И мы вставляем 65. Да? 65 должно попасть... Вообще говоря, мужчины должны попасть. А, ну вставили вправо со штришочком. И у нас получилось типа 54, 62, 65. Блин, похоже, что я баланс играл, написал. А, ну да. Работает, работает. Вот она, магия алгоритмов. Давайте вот это уберем. Я должен все еще работать. Ну, типа, никогда ничего, кроме 0, 1, минус 1, к нам не должно прийти сюда. Так, а здесь if этот, это другой. If это if. Вот, ну, туда, сюда. Это как раз должно быть. Это если, значит, если баланс не нарушен, то типа ни хрена и не делай. Ну, что, ребята, я вас поздравляю, вот мы написали дерево, значит, видите, баланс корня 1, 0, 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
У нас 100 элементов. Давайте посчитаем Bayesian алгоритм от 100. Нет. А, ну, как раз 7 получается, да? Причем 120, так, 128 это что у нас? 32 это 5, 64 6, ну, 7 как раз степень. Ну вот. То есть глубина дерева 7, 100 элементов. То есть это примерно двоичный алгоритм от 100, это 7 как раз. То есть мы, в общем-то, не напиздели здесь. Вот. Элементы отсортированы. Все совсем совпадает. Тест работает. Значит, ну, принты, понятно, из теста надо убрать. Delete я уже писать не буду, потому что это муторно и к нему картинок нет. Вот. Но, насколько я понимаю, delete точно так же пишется. В смысле там... В смысле, добавление ноды, ты делаешь удаление, а потом у тебя все те же ситуации. Ну, типа, rotate, здесь два типа rotate бывает. Ну, четыре, потому что они зеркальные. Вот. Ну, короче, это у нас генеративный тест. Мы можем здесь сказать do times, do times. Допустим, мы хотим 100 раз прогнать тест, да, давайте скажем здесь len,
Len это будет произвольное количество интов от, ну давайте от 1 до 1000, да? Значит, мы генерируем допустим round int len, then там будут повторяющиеся элементы, но нас это ничего не волнует. Мы говорим reduce, дальше мы говорим, проверяем эквивалентность. А, и нам нужно, короче, здесь на самом деле где-то ставить вот какую фразу. А это будет фраза... И это позволит нам, если тест какой-то из тестов упадет, она нам напечатает именно на чем мы тестировали. Ну вот 200 ассершенов наш генеративный тест нагенерировал, да? Ну, здесь может любое число ставить, какое нравится. Давайте 110 тысяч. Вот. Он нам на что-то нагенерил разных вариантов чисел. Вот. Долго. Не ожидал. Ну ладно. Че, давайте остановим. А, нет, вот. Нет. Да? Сколько? Ну-ка, 1000, давайте. Вот, ресек, кстати, вот он пишет, что такая штука есть. Ну вот, короче, 2000 ассершенов прогнал, то есть он 2000 раз, на 1000 разных последовательностей он что-то там проверил. Вот. И во всех этих случаях мы создавали валидное дерево с валидным балансом, и оно не теряло никакие элементы, и все в правильном порядке было. Вот, это все можно оформить потом красиво в коже структуру данных и контрибьютить в core. Почему нет? Не знаю, подзадолбался, сделать, не сделать. Просто... Ну, что там позволит делать, да? Вместо 3 осок писать осок. Значит... Писать осок. Вместо 3 сик писать сик. Может быть какой-то волк... Волкинг, ход какой-то сделать общий. Неохота, неохота. Короче, суть мы написали, да? Суть работает, суть классная. Надо бы поиск, конечно, еще сделать, типа, ну, типа, смысл бинарного дерева в поиске, да, всегда. Вот, ну, это тоже тривиально пишется, как бы, самое интересное, это вот эти ротейты. В принципе, я даже доволен, то есть, когда мы придумали, что надо функцию balance написать, я, в принципе, вот здесь более-менее доволен. Минус такого кода, конечно же, ну, типа, все очень компактно, наглядное, ну, и вот оно вот, на один экран помещается с таким гигантским шрифтом даже, да, если вот это еще, то с нормальным шрифтом тем более поместится. Вот, а минус этого кода, естественно, что это абсолютно нечитаемо. Что это такое, типа, что такое left, ну, типа, это очень много надо держать в уме. Я использовал вот эти подсказки. В идеале, конечно, как-то бы их в код вставить, но как это сделать, не очень понятно. Может, все до графика, но, короче, так. Ну вот, а вы дерево, дамы и господа? Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ждите новых выпусков. Пока-пока.